если взять любовь к человеку. Думаю, тут есть два варианта, как это проверить. Первое, это, конечно, нужно чувствовать. Чувствовать душой, чувствовать сердцем. У каждого человека свои на это взгляды. Но второй момент, который не менее важный, это время. Время, я думаю, расставляет свои точки и может показать, настоящая ли это любовь. Супругу я встретил очень давно свою. Я не знал, что она будет моей женой, потому что мы познакомились в детстве, и нас связывает такой прочный союз, который не без искусства вызванный, не без любви к искусству и к музыке, что является таким очень важным и связующим звеном. И мы знакомы с детства, и очень много вместе выступаем и играем. Не то что много, всю жизнь, которую знаем друг друга, мы вместе играем. Я думаю, что это очень важно, найти с близким человеком, с партнером такие точки соприкосновения. Это очень важно.